Возвращаясь к Дуба, к пикнику, радует то, что Денис Цыпленков чувствует себя хорошо. И пусть он сейчас не в пиковой форме, но это не главное. А главное – здоровье человека, что, в принципе, и показывает нам Денис Цыпленков. Также на арм-пикнике Денис передал свой привет Узбекистану, а именно Ферганской долине. Сам же Аброр с Ферганы, но тренируется под руководством Ивана Матюшенко. Что же до Дениса, то по крайней мере он узнал, где находится Фергана. Салам алейкум. Салам алейкум. Денис Цыпленков. Дорогие друзья, всем желаю здоровья, счастья и добра. Фергана. Городу Фергана огромный привет. Привет. Физкульт, ура! Ура! Спасибо.